То есть, если мы с вами работаем в зоне, околоушной зоне, для восполнения объема, мы помним, что слюнная железа, что здесь у нас есть артерия, которая проходит, что здесь же у нас с вами веточки лицевого нерва. Поэтому принцип выбора работы в данной зоне – это достаточно поверхностно и препараты, которые не дают волюмизацию высокую. Мы с вами можем все это сдавить. Точно так же, если вы работаете липолитиками в области брыли, вы делаете липолитик, который дает отек, то по афферентным путям у вас пациент может почувствовать боль в височной области, в скуловой области, в щечной области, да? То есть это будет связано с раздражением лицевого нерва.